Ого, привет! А я тебя сразу узнал. Я же вас всех уже в лица знаю. Ну так вот, в этой подводке я не буду рекламировать наш прекрасный Бусти с эксклюзивными рубриками или группу ВКонтакте и Телеграм, в которых новости совсем свежие. Я просто скажу, что это видео для тех, кто не хочет менять озвучку или кому больше нравятся наши голоса, а тем, кто хочет написать, что вообще-то есть официальная озвучка, я должен просто ответить, что нам... мы знаем, в общем. Поэтому не стоит писать об этом в комментариях и просто приятного просмотра. А еще мы, кстати, дохрена локализации сделали, которой в оригинале нифига нет, поэтому приятного просмотра X2, я не знаю, напишите спасибо, что ли. Легче. Хорошая девочка. Вас не интересовало? Эй! Все так и было. После разрыва ядра я не замечал ожерелья. Замечал лишь красоту твоей мамы. Она вечно повторяла: «Придут демоны из неба, стройте двери! Сингулярность пробуждается! Смотри, как я классно рисую!» Как оказалось... Я не тот, кто вам нужен. Просто береги себя, ладно? Учитель, к чему эта поездка? Это Узи предложила. У нее спросите. Кого? Мы сидим рядом не первый год. Отвалите! Я собиралась в одиночку, а он был недоволен вашими оценками. Нет премии за год, нет учебы. И что, мы будем без присмотра? Привет туристам! Пора пересчитаться! Первый, второй... Одиннадцать! Все на месте! Минус один. У нас запланировано столько веселых штуковин, так что никаких потайных расследований. По хижинам! Как скажешь, Эм. Все ради лучшей подруги. Они ведь и мои друзья, так что... круто. Можешь стать нашим другом, бедняжка. Видать, она сломана. Не, я просто полна любви. А вот он пилот. Оу! Ух ты, пилот!
Слушай, моя подруга хочет знать, ты ли убил ее семью и занят ли ты. Разойдитесь, мчится поезд каноэ! Саботировать судно! План X! Я не умею плавать! Оп! Оу! Спасибо! Было близко! Тик-так. Привет, глупая дурашка. Может, лучше... Ты обещала, что эта поездка поможет поймать красноглазую чудилу. Может, будешь больше искать и меньше выглядывать из окон? Поняла уже. Просто радуюсь, что вас так тепло приняли. Как же круто. Лучше держать дистанцию. Правда ведь? Иначе ты следующая. Эн уже подружился с Рокс, кстати. Он спокойно продолжит жить. Прости, дружок. Досталось тебе. Что за лифт? Где он? И кто ты? Простите, это же нечестно. Ты даже никого не убил. Смотри, учись. Узи, присоединяйся к нам. Мы одна команда. Стоп, нет, рефлексы дружелюбности! Привет, народ! Не обращайте внимания! Я просто собиралась. Теперь мой дом лес. И кто это был? Thank you.
сделаем дело, эта штука оставит нас в покое. Если бы ты мне все рассказала, я бы понял, о чем ты! Чего ты так боишься? Я не боюсь. А я да, Юзи! Она ребенок, как мы! Что с тобой творится? Присмотри за ними. Правда крутой? Не очень. Он тебя недостоин. Делайте, что хотите. Нам аж сюда нужно было переться ради поцелуя. Дело в атмосфере, Дэррен. Шик. Теперь понял. Ее гарантия не была просрочена. Ее просто не существовало. Это страшно, ведь, типа... Ребят, вас не волнует, что там с Дэрином и Ребеккой? Жиза. Они не должны были уже вернуться? Со своей безнравственной свиданки? Ребекка! Кто это сделал? Не помню имя. Очень непопулярно. Ведь в общих чертах! Фиолетовые глаза. Девочка Эмма. Я, кажется, что-то такое припоминаю. О, ты же... В разобную! Прямо как в книге! Ha ha ha!
А? У меня есть хотя бы картинки? Нет. Я смотри. О, слава Робо Богу! Выжившая! Показуха? Убиваю ее, а не спасаю тебя. Ладно, мам. Прошу. Новое тело, старые дела, да, Син. Я не знаю, о ком ты. Можно поговорить с Сэн? Я не допущу этого. Опс, полегче, подруга. Опс. Ау, полетай. Что я говорю, конфликта с ней? Ты вечно на ее стороне. Может, расскажешь, в чем дело? Нет, не смотри. Я мерзкая. Ем людей и все такое. Ну да, с этим мы разберемся. Но ты же знаешь, что я об этом. Ты ведь теперь меня оставишь? Узи. Забудь, я глупая. До нашей встречи страшные штуки были правда страшными. Сегодня тоже, ведь тебя не было рядом, чтобы подбодрить меня. Я уже совсем позабыл то чувство. Фия. Тогда лучше держаться вместе. Не трогай его, блин. Плюс мой голос звучит немного... Акцент все равно был плохой идеей. Прости меня. А, никто ведь не умер. О, нет, я точно кого-то... Я шучу! Просто больше не рискуй так. По шажочку. Вместе? Фу. Не поддакивай. Что? Я сама считаю, что это мерзко. Будто самое главное. Я! На! Что ж, у нас тут не хватает людей. Чувак, мне тоже жрать надо. Повежливее, просто спросил.